Приветище, это Зомби Эйсер, и мы продолжаем наши поездатые приключения. В прошлой серии мы зачистили эту деревушку, нашли здесь ствол. Теперь у нас есть оружие, куча патронов. Я насобирал тут 1112 патронов. Я за прошлые две игры столько не собирал в сумме, сколько сейчас набрал. В общем, все, пора двигаться дальше. Заводим нашу колымагу и поехали. Но пока мы едем, можно, наверное, крышу сделать какую-никакую. Крыша и пол. Прикольно, я нашел тут деревянный межвагонный мостик с перилами. Это, видимо, вот сюда как-то ставится, да? Значит, крыша у нас будет очень высокая. Нет, не настолько высокая. Вот такая вот, с окошками даже. Может быть, второй этаж туда запилить? Ну все, можно мастерить. Берем материалы, которые я раскидал на своей кровати. Достаем молоток и поехали мастерить потолок. Пока я тут долблю, все это очень долго, не проехать бы деревню. Я там пляж увидел, давай-ка назад. Стой, 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 давай реверс. Реверс, давай назад, я хочу там на пляже кое-что посмотреть. Как раз потолок хоть доделаю. Блин, короче, я подумал, что нафиг такой потолок. Слишком уж роскошно получается, я сделаю его там и тут, посередине будет плоская крыша. Так, а мы там до пляжа-то доехали? Да, доехали, вон, тачки стоят. Тачки, 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 тачки. Стопы, тормозим, вырубаем. Наконец-то. Значит, надо разобраться с другим. Вот, вот такой вот потолок у нас здесь будет. И там уже просто плоская крыша. Вот таким вот образом. Здесь, естественно, потребуется лесенка. Выкидываем материалы. И пошли. Облюбуем наш пляжик. Там даже дорога есть, куда-то она ведет. Надо будет по ней прогуляться. Вау, сколько их много. Но зато у меня есть граната. Если они все на меня сагрятся, там даже кто-то на коврике сидит. Забавно. Лопату я же взял. Лопату при мне. Ну что, давай мы их сагрим, наверное, гранатой. Туда подальше кинем. Прям в костер. Неплохо. Хорош. И даже никто не агрится. Слушай, тут у них подрывы происходят, а им пофиг. Вон туда сейчас кинем. Хорош. Отличное место для проверки гранат. Машину подорвал. Фонарик включайся. Освети нам путь. Прям через ноги ему. Бинго было. Ну, тут ствол поможет нам. Блин, у него каска. Через каску патроны-то не берут. Вот и все. Теперь уже не важно, каска, не каска. Опа. Ты живой? Живой. Да посиди, отдохни. Вот этот живой тоже, наверное. А нет, смотри-ка. Ему уже кардык. Че у вас тут? Амуниция? Армейская какая-то штука? Пластинка, гранаты. Not bad. Патрон не буду брать, у меня их и так завались. Ребята, ребята, ребята. Энергетики. И тут можно запчасти тачек понасобирать. Они нам все равно пригодятся для чего-нибудь. Может, у кого в тачке найдем RPG. Канистра с топливом. 42 килограмма. Нет, спасибо. Мне это слишком много. Я вот лучше кожу заберу. О, в тачке, смотри, тоже армейская всякая штука. Граната. Вон там вдалеке одинокий пацан. Смотрит на свою утонувшую тачку. Пойдем тоже позыркаем. Эй, парниш. Че, совсем дела плохи, да? Там у тебя, может, семья сидит? Ты ее вытащить не можешь? Пойду проверю. Вам нужна помощь? Да нет, тут, в принципе, никого и нет. Было бы прикольно, если бы я здесь мог развести костер и заночевать. Истребил всех зомби, и как бы пляж весь твой. Ну все, тачки я зачистил, ничего интересного я тут не нашел. Осталось только разведать вон ту дорогу, куда она ведет. Но это уже, наверное, утром. Пойду посплю в своем поездатом поезде. Но обязательно выключу свет, чтобы не привлекать внимание. И засыпать. У меня тут, правда, на кровати все разложено. Куча всяких материалов. Ну, как бы, я думаю, мне это не помешает. А, стоп, подожди, что по времени? 19 часов, значит, я в 7 утра проснусь. Окей, спим.
Пойдем, пойдем, пойдем. Фонарик можно вырубить. Значит, ресурсы, которые я сюда притащил, вытаскиваем. Если что-то не влазит, то, собственно, на пол. Таким вот образом. Я подумал, что и лук можно, в принципе, оставить. О, ребят, вы что, заблудились, что ли? До пляжа не доехали? Или, наоборот, не смогли уехать? В песках погрязли? Давай посмотрим, что у вас тут есть. Багажник пустой. Ну, это нам не интересно. Вот, мы выехали на дорогу асфальтированную. И куда она нас может привести, интересно? Вернулся к поезду. Голодный, обезвоженный. Короче, сбегал по той дороге. Там тупик, просто невидимая стена, пройти дальше нельзя. А вон та дорога, она ведет именно туда, куда мы сейчас приедем на поезде. А еще надо срочно пожрать. Прибрался тут немножечко. Решил молоточек все-таки с луком на кроватку положить. А то на полу негоже как-то. Надо бы продолжить потолок ремонтировать. Я подъезжаю к заброшенной железнодорожной станции. Думаю, стоит сделать остановку. Ну вот. Вот, собственно, сюда и вела та дорога. Мы ее сейчас вон там вот. Вот она, эта дорога. Она сюда ведет. Я торможу. Бегу, торможу. Вот так вот. Вот. Выключаю. Доехал ровно почти. Не подходи ко мне. Здесь же будет сейчас замес. Боб, я так хочу увидеть вас снова. Надеюсь, что вы уехали из города до того, как зомби ворвались в него. Дохлый. Добрый вечер, я с приветом. Из пистолета. В сумках можно будет теперь шариться. Отлично. Тут все такие на фитнесе. Да лежи ты, отдыхай, не вставай. Не утруждай себя. Че? Касса здания закрыта. Придется открыть ему. Железнодорожная касса не работает, извините. Сегодня технические проблемы у нас. Так, что я хотел? А, крышу доделать, и потом мы пойдем. Да, потом пойдем. Тут же сейчас облава будет зомбарей. Сработает сигнализация и капец нам. Насчет крыши, вот. Мы ее доделаем, нужно древесину взять. И железо. Готово. И здесь у нас чисто ровная крыша. Готово. Лесенку теперь нужно сюда поставить. Вот. Можно такую, в принципе, шлепнуть. Хотя нет, сюда она не подойдет. Тогда, ну... А, тут же со шкафом. Вот, со шкафом есть. Лестница и хранилище. Лестница и хранилище 2. Нужно просто побольше древесины. Сейчас возьмем. Не проблема. Значит, смотри, получается, хранилище 1 — это длинная версия, а хранилище 2 — это короткая версия. Нам, наверное, побольше, подлиннее. Да, где-то так. Чтобы туда много всякого влазило. Вот так-то. Здесь мы напишем «Мой клад». Если вдруг я подохну, и кто-то найдет мой поездатый поезд. Открываем. И хранилище на 300 килограмм. Уф, уф, уф. Можно теперь с кровати все сюда перетаскивать. Ну вот и все. Я все перетащил сюда. Тут у меня теперь свободно. Единственное, гранаты, гранаты. Ладно, пускай они тоже тут полежат. Ну вот, чистоган убрался у себя дома. Пойдем на второй ярус. Посмотрим, заценим, как там. У-у-у, да. Крыша, конечно, роскошная получилась. Здесь вот еще заборчик вот так вот построить, чтобы я не вывалился случайно. И вообще огонь. Так, а получится, интересно, вот что сделать? А, получилось. Ну, здорово. Ну, все, погнали искать стволы. Я знаю, что тут был, по-моему, дробаш где-то наверху. Потом спустимся сюда и завершим здесь миссию. Ой-ой-ой, машина, машина, тихуня, тихунь, 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 не трави меня. Еще и левел ап, в силу вкачиваем. Да, блин, опять. Какая Машка злобная. А, их тут две целых. Да стой ты, попасть тебе не могу. Проверим, что у нас тут. Вот аптечка есть, зашибись. Сколько у вас тут, а? Так будет попроще. Фух. И главное, никто не согрел. Вышла из своего зеленого тумана. Как же я мазю, ужас какой.
Либо хитбокс реально маленький. Подстрелил. Аптечка, в принципе, не нужна. Энергетики возьму, пригодятся. Батончик есть. Кожу возьмем. Попить возьмем. И вот консерву с рыбой. Погоди, надо аптечку еще взять. Подлечить себе. По здоровью счету. Что там по жрачке и воде? Вроде ок, сон 40%. Ну, нормально, все. Идем в свое путешествие. Нормальное. Можно бочку вот эту перетащить, кинуть и подорвать. Но, пожалуй, я это не буду. Еще же я хотел в ворону попасть. Посмотреть, можно ли их подстрелить. Этих летающих пернатых. Тут же, по-моему, наверху нас должен ждать огромный бугай-зомбарь. О, смотри, что это такое? Нифига себе, кусты бегают. О! Он еще и стреляет. Деревяшками какими-то. Нифига себе. Ничего себе, а у меня уже патроны закончились почти. Живучий гад. Ты кто такой? Растение. Ё-моё. Новый вид зомбаря. Раньше я его не видел. Странный Чунгачкук. Ладно, пойдем посмотрим дальше, чем нас удивит эта игра. Только вот бы патроны где-нибудь найти. Гранаты-то я еще не взял, елки-палки. Надо вернуться за гранатами. Да и поспать бы не помешало, а то сейчас... Сколько времени-то? О, так конечно, сейчас через часик уже будет темень. Ну вот, 6 утра. Весь день впереди. Помчали. А вот и громила, которая охраняет проход. Эй, бугай, иди сюда. На гранату лови. Бабах, и нет бугая. Какой ты жирненький пупсик, а? Ты посмотри на него. Пузо-то какое себе отъел. Ну ладно, идем, да. Стоп. Этот дохлый. Ок. Шапокляка я боюсь, если честно. Что он тут, трупак? Осталось вспомнить, где тут спрятано оружие. Налево или направо идти? Походу, буду защищать сейчас все. Все, покляк. Иди сюда. Оу! Как быстро она взорвалась. Ну, ладно. Я хотел, чтобы она горела, а я к ней зомбарей подвел, чтобы они сгорели к чертям. Не вышло так. Идем наверх. Раскидывать. Да, кстати, по-моему, здесь... Дарабаш лежит в этом здании или в этом. Сейчас будем выяснять. Круто, когда у тебя есть ствол с кучей патронов. Вообще не паришься с этими зомбарями. Эй, есть кто дома? Кажется, есть. Гостеприимная Мария. Ух ты, елки. Перезарядка. Меня застали врасплох. Немножечко. Я Марию все? Укокошу? Да, отдыхает. Значит, это у нас магазин. Здесь мне... Приятно познакомиться. Здесь у нас точно оружия нет. Ладно, выходим. Идем в соседний дом. Так, а как нам обойти-то? Где тут проход? А, вот. Шапокляп. Нет больше шапокляпа. Стоять. Кажется, здесь где-то было оружие. Надо все хорошенечко обшмонать, проверить. Короче, в этом доме нету. Значит, нам нужно идти в другую сторону. О! Ничего себе, ты какой быстрый! Нифига себе! Не-не-не-не-не-не. Не подходи ко мне. Фух, вот я и проверил его силушку табакатырскую, зомбярскую. Нормально он меня так откинул в гору. Вот это поворот, конечно. Не ожидал я от него. Значит, у нас есть дом там. У нас есть дом здесь. Их нужно зачистить. Тут же будет отличный... Ну да. Какой прекрасный вид. Я не один тут любуюсь им.
Вот это да. Отлично, превьюха, наверное, получится. Ну все, зомбарь, давай. Лети вниз. К своему... Блин, перезарядить забыл ствол. О, и левел ап. Было бы эпично, если бы он отсюда упал. Вниз. Может, надо было просто подбежать и толкнуть его? Ну, ладно. А вид здесь и правда прекрасный. Не зря лавочку тут поставили. Ну что ж, самое главное. Контрольный в голову, на всякий пожарный. Есть амуниция с гранатой. Патрон не буду брать. Вот он наш дробашек. Он тут оказался. Ай-яй-яй, шикарно. Значит, теперь мне нужны патроны для дробахана. Вот, для дробовика. Перезаряжаем. Здесь тоже должны быть патроны для дробахана. Ага. 83 патрона. Нормально. Шикуем, живем. Пойдем раздавать дробину. Я смотрю, там загорающий есть. Он все. Он уже перегорел. Это нам на руку. Ух ты, ух ты, ух ты. Фух. Так, надо быть поаккуратней. За коробками прячутся. Ну, ты сам увидел. Ясно. Единственное, что мне в дробахане не нравится, так это то, что он очень долго перезаряжается. Но он реально мощный. Он прям разносит в щепки, делая дуршлаг из своих мишеней. Добрый вечер. Размозжил все мозги. Быстренько проверяем, нет ли здесь чего интересного. И валим. О, кровоточит башка. Прикольно. Первый раз такое вижу. Значит, тут только гранаты, которых у меня навалом. Тут тоже гранаты. Возьму патрики для дробаша. И, наверное... Давай гранаты тоже возьмем. Сейчас же будет наступательная операция зомбарей, которые захотят захватить заправку и меня вместе с ней. Так что, в принципе, все. Пойдем заправляться. Сейчас еще в тубзик сбегаю по-быстрому. В прошлые разы я, короче, здесь бочки вот эти расставлял. О. Чтобы... Ух ты, дробина попала. Ой, цепная реакция пошла. Цепная реакция, чуть нафиг не подорвался. Очень плохо. Короче, я тут бочки расставлял, чтобы вот как раз вот это вот произошло, когда зомбари побегут. В этот раз я не буду это делать, потому что... У меня дофига патронов. Думаю, нет смысла... Перезарядка. Да не то ты достал фонариком-то зачем в лицо. Ух. Ну чё, пойдем. Короче, надо достать ключ. Сейчас в кассе поковыряюсь. В кассе ничего. Тут же еще дверь надо взломать. Какая-то дверь закрыта была. По-моему, вот это. Да. Надо ключ найти. Контрольный в голову. Мария Петровна спит на своем рабочем месте. О, да нет. Надо почитать про ключ. Тут вот записка. Привет, Боб, если тебе необходимо включить питание на заправочной станции, приезжай ко мне, у меня есть ключ. Приезжай ко мне. А-а-а, зараза, ключ где-то в доме был, в каком-то доме. Вернулся, короче, в этот магазинчик, потому что, по-моему, ключ был где-то тут. Если мне не ошибает память. Сейчас я быстренько его зачищу. Я тут, кстати, и не был. Патроны надо, патроны, патроны, патроны. Давай быстрей. Хорош. Это уже все. Вот, ключ, отлично. Все, ключ мы нашли. Записку можно, в принципе, здесь тогда оставить. Кому-нибудь на будущее. Красная дверка. Всем-всем. Ключик надо. Ну что ты будешь делать-то? Во! Откройся! Значит, тут у нас только гранаты. Все, началось. Началось. Можно поставить заправочный пистолет. И... На станции есть заправка, а у меня заканчивается топливо. Определенно стоит заправиться. Так, сейчас, надо только подвести. О, тут уже бегут вовсю. Надо только поезд подвести. Так, я не понял, как мне на него попасть? Вот я, конечно. Погоди, это я закрываю. Вот это я балдую, я поезд даже не подогнал. Что ты ломишься ко мне, а? Ну что ты ломишься? Лови гранату. Мне вот интересно, если я поспать лягу. Вот так вот вам. Как же мне теперь... Я же отсюда как-то к поезду подходил. Что за фигня? А, закрылись ворота. Все, я понял. Мне по-хорошенему куму поспать здесь еще.
Да я и в принципе уже спать хочу. Ну чё там? Пойдут со второго яруса их мочить. В потемках, конечно, не круто, но чё бы делать. Как есть, так есть. Сколько времени-то сейчас? 18:48. Ни черта не видно. Ловите гранату. Мамки на зеленке. Ух ты. Я вот так вот буду кидать гранаты везде, повсюду. Фейерверки, елки-палки. Всех с наступающим Новым годом. О, птица, 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 птица. Не, на птицу, по-моему, насрать. Ну, в смысле, на пули ей насрать. Хватит ломать мне тут окна. И так уже ничего не осталось. Слушай, а может я просто отключу сирену, они перестанут бежать, и я подвезу поезд, и как бы это самое логичное. Я же здесь все равно всех зомбарей не отобью, правильно же? Так, так, так. Все, отключили. Отлично. Забор открылся. Замечательно. Осталось только в поезд залезть. И поспать. Срочно спать. О, зашибись. Только надо попить срочно. Ух ты, прямо у меня здесь? Ничего себе. Давай-ка мы сейчас поезд чуть-чуть вперед подвезем. Надо только скорость уменьшить до 30. Поехали, по чуть-чуть. Аккуратненько подъезжаем. Гранатку надо туда вон запульнуть. И вот сюда тоже запульнуть. Мимо, все, мимо. Так, я подъехал? Я подъехал, тормозим. Вроде нормально подъехал, да? Или переехал? Черт, надо назад. Реверс, 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 реверс. Бак-то у меня, да, я проехал заправку. Надо вот здесь вот остановиться. Ну-ка, 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 ну-ка. Тормози, 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 тормози. Так. Надо будет проверить сейчас. Еще бежит? Сколько ж вас, а? Хорош. Вот, все, отлично. Как надо. Как надо. Ключик я, наверное, где-нибудь здесь оставлю. Вот. Да, ну, положи ты на пол-то этот ключ. Берем. Вставляем. Нажимаем. Ну, а теперь все готово. Что-то вас очень много. Очень много. Давай быстрее, быстрее. Ух! Перезарядка. Фух. Ну, теперь надо заново сигнализацию запускать, что? Больше вариантов как бы нет. Поехали. Бегут? Пока не видно. Заправка заправляет. Отлично. Сейчас по максимуму сколько получится заправлюсь. Слушай, а вроде даже ко мне никто и... А, нет, бегут. Бегут еще. Ой, здоровяки, вон из леса выходят. Ну, тогда ловите. По идее, чем дольше я заправляюсь, тем больше будет вот этих всех бугаев и больше зомбарей. Куда ты побежал? Я думал, это не достану. На всякий случай вот так вот дверку закрою, они ж тупые. Могут и не пробежать. Кстати, может бочку им скинуть? Черт. Сейчас бочку им скину. Вниз. Ловите, парни. Бабах. Не знаю, сработало или нет. Сейчас узнаем. Пока они наверх прибегут, елки-палки. Слушай, не сработало нифига. Thank you.
Чё ты там орёшь? Лови гранату! Вермы Холл! Готов? Нет, он ползёт. А теперь готов. Слушай, по-моему, всё. Зомбари закончились. Больше они не хотят на меня нападать. Ну и здорово. Пойду посмотрю, насколько я там заправился. Сигналка так по ушам бьёт, капец. Сломать бы её. Ну чё там у меня? Сколько я заправился? Ну, ещё чуть-чуть осталось. Ровно половину. Всё, нулёвочка. Заправился до краёв. Отрубаем теперь эту сирену. И давай смотреть в итоге, полный у меня бак или еще не совсем. Ну-ка. Ух ты, елки, чтобы полный бак заправить, нужно 3200 литров. Еще как минимум 1300 нужно. Ясно, понятно. Ну, а я тогда поехал отсюда. Только мне вперед надо, а не назад. Ну что, на сегодня это все. Если тебе понравилось, ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще этого не сделал. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике. Так что, до встречи!